У меня такое ощущение, что ревел жрут комбов с ревел. Мы же с тобой на этом сервере играли. Да. Ну вот, у меня такое же было ощущение, что какая-то хрень. Реально, бля, все уже так сказали. У комбов ревел хуже, а у ревел лучше. Да, да. Было такое. Когда злится, он смешно играть начинает. Да ладно. Да. В каком смысле? Ну что? Но он обычно, когда играет, он в принципе не потеет, он так фанится. А иногда он злится, начинает потеть. И это прям видно. Ну он на расслабоне обычно, да, как-то играет. Но он играет так, с элементами, блядь, Тёма какого-то. А сейчас видно уже, может быть, хуя. И это они еще рейглы, блядь. Короче, ты ему всю игру заруинил. Да я не руинил, еще. Раздраконила Фериста. Даже тиран не может спасти ситуацию. Тиранша подруга чего? Да хуй знает. Пока что-то не сулит. Они свою игру не могут найти. А синий свою игру нашел. Да это охуенно, потому что.
Интересно, они в Дискорде? Кто? Спакс, ой, Айфер с этим, с тираном. Нет, они без связи. Да? Да. У тебя такое чувство, как будто бы общаются во время игры. Нет. Thank you.
Ну смотри, они почти уже. Но прошло пол игры, и они ребелы, так что я считаю, они уже проиграли. Независимо от исхода. Hello, hello! Happy New Year! Синий в хорошей форме сегодня. А где сметанка? А чё она поудаляла это всех? Расскажи хоть, что случилось. Так это на неё спас. Сметанка? Ну, она тебе. Она малолетний хейтер. Что она? Она хейтер. Блин, тебя плохо слышно, реально.
Я говорю, сметанка, она хейтер. О, вот так хорошо. Какой она хейтер, она няша. Но она няша, но у них какие-то заскоки странные. Чего случилось? Почему она всех удалила? Не знаю. Откуда ты знаешь, что она всех удалила? Она сама сказала. Нифига. Нифига. Странно. Она вообще в дэтмач не заходит? Заходит, почему? Играет? Ну, чё-то я не помню, давно. Ну, она заходит, дает какую-нибудь хуйню и сваливает. Так. Вы же вроде много играли вместе. Да, так я тебе говорю, она сама такая стала. Ей а, никто да. не делал ничего. Может, ты её обидел чем? Я точно. Какая-то бредовая у них игра получается. Считай, проебали. Учитывая, что рейду у них.